Всем привет, дорогие друзья и подписчики, а также гости моего канала, где я делюсь проверенными рецептами вкусных блюд. В этом видео я хочу вам показать и рассказать, как можно приготовить такие вот нежные, мягкие, а главное вкусные куриные желудочки. Все дело в одном ингредиенте, а в каком, вы узнаете, посмотрев это видео. Желаю вам приятного просмотра! Для этого блюда я беру 1 килограмм куриных желудков. Я их уже заранее вымыл, и теперь мне нужно их нарезать на 3-4 части. Где попадается жир, я его удаляю. Он мне не нужен. После того, как я перерезал все желудки, я отправляю их обратно в тазик. Далее беру одну крупную луковицу массой 150 грамм, нарезаю ее соломкой. Сначала разрезаю пополам луковицу, потом половинку еще на две части и нарезаю такой вот тонкой соломкой. Убираю пока отдельно на тарелку. Также мне понадобится крупная морковь, весом у меня она вышла 120 грамм. Ее мне нужно натереть на крупной терке. Натертую морковь убираю на тарелку к луку. Также для этого блюда мне понадобится чеснок. У меня 6 мелких зубчиков общей массой 6 грамм. Если вы не любите чеснок, то тогда не используйте его. Раздавливаю плоской стороной ножа их и мелко нарезаю. Не хотите нарезать, можете просто выдавить через чеснокодавку. Еще мне понадобится 30 грамм зелени петрушки. Ее я тоже мелко нарезаю. Все, все продукты я подготовил, теперь перехожу на плиту. Ставлю на огонь глубокую сковороду, наливаю 50 мл растительного масла и нагреваю его. На разогретое масло выкладываю нарезанные заранее морковь и лук. Обжариваю их около 5 минут. Через 5 минут после того, как я обжарил овощи, добавляю куриные желудки и 1/4 чайной ложки пищевой соды. Все перемешиваю. Огонь у меня был большой, уменьшаю его на средний. И жарю куриные желудки 10 минут. По истечению 10 минут добавляю 1 чайную ложку соли, 1/3 чайной ложки черного молотого перца и чайную ложку приправы для курицы. Заливаю водой так, чтобы вода покрывала полностью желудки. Перемешиваю, жду, когда закипит. Вода закипела в желудках, и я теперь накрываю их крышкой и готовлю под крышкой на слабом огне 50 минут. По истечении времени я открываю крышку, добавляю сюда 2 лавровых листа, столовую ложку томатной пасты, измельченный чеснок и перемешиваю. Увеличиваю огонь до среднего и тушу еще без крышки 10 минут. 10 минут прошло. Как вы видите, у меня испарилось достаточно жидкости. Теперь я убираю отсюда лавровый лист, он больше мне не нужен. Он отдал свой аромат.
Я теперь его выкидываю. И добавляю теперь нарезанную заранее петрушку. Все перемешиваю. И можно выключать огонь. Куриные желудочки готовы. За это время они достаточно потушились и стали очень мягкими, нежными, а главное вкусными и ароматными. Теперь можно подавать их к столу. Благодарю тех, кто посмотрел это видео до конца. Не забывайте нажимать под этим видео палец вверх, поделиться со своими друзьями в соцсетях. Кто новенький, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Желаю вам всего доброго! Thank you.